Вот такая наглость случилась этой ночью. Пришла мыша, стала покушаться на мой суп, который остался после ужина. Вот она пытается проникнуть туда. Шуршала всю ночь и вконец обнаглела. Даже не боялась света и камеры. Вы сами прекрасно видите, как она пытается туда пробраться. Пахнет очень вкусно. Супчик с картошечкой и с айрочкой. Носилась. Так. Ага. Произошло проникновение в чан с супом. Так, видимо, успешная. Что-то ест, что ли. Полное безобразие. Так, получила. Ну, видимо, из-за того, что там вполне густо, удалось спастись. Все, убежала. Так, ну вот это то, что там было. Угу. Ну, всем доброго утра.